Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об оленях. Что мы знаем о них? Ну, то, что у них есть рога. Живут, скорее всего, в лесу и жуют траву. И иногда люди называют так себе подобных. Ну ты, братец и олень, говорят, не объясняя причину. А иногда и объясняют, сославшись на рога. Если о рогах, то кто-то слышал и о пантах. И это вам не панты. Ведь хорошие панты стоят хороших денег. Информации немного. И по сути о людях, а не об оленях. А хотелось бы больше узнать именно о них, а не о взаимоотношении людей. Где живут, что жуют и как выглядят. Об этом и еще много о чем мы сегодня и поговорим. Поехали! Олени имеют долгую и сложную историю эволюции, которая началась, по информации от ученых, примерно 30 миллионов лет назад, в позднем олигоцене. Это семейство является частью порядка парнокопытных, которому также принадлежат такие животные, как антилопы, коровы, козы и многие другие. Группа получила свое название из-за особенности строения их конечностей. У них на каждой ноге по два основных пальца, или копыта, расположенных симметрично. Такое строение конечностей обеспечивает этим животным особую эффективность в передвижении по различным типам местности. Первые предки современных оленей, вероятно, появились в Азии, откуда они распространились в Европу, а с другой стороны в Северную и Южную Америки. Ранние формы оленей были относительно маленькими животными, которые приспосабливались к жизни в разнообразных ландшафтах, от лесов до открытых пространств, что привело к появлению множества видов с различными адаптациями. Например, самым большим, жалко вымершим, был большерогий олень, или как его еще называют, гигантский олень. Он отличался крупным ростом и огромными до 3,5 метров в размахе рогами. Кстати, одной из ключевых адаптаций является развитие рогов, которые, в отличие от рогов других парнокопытных, например, семейства полорогих, такие как антилопы или быки, полностью сбрасываются и отрастают каждый год. Итак, попутно ежегодно сбрасывая рога на своих парных копытах, олени успешно колонизировали различные места обитания по всему миру, включая тундру, леса, луга и даже пустыни, охватывая обширные территории от Арктики до тропиков. Только не было их до определенного момента в Австралии. Оленям пришлось ждать аж до 19 века, когда человек разумный, самолично на собственноручно построенных кораблях отвез их в Terra Incognita для якобы собственных нужд, охоты и живых украшений своих парков и частных угодий. Но не тут-то было. Оленям Австралия понравилась, и многие не стали долго ждать и перешли на вольные хлеба, образовав собственные дикие популяции, причем не маленькие, что со временем привело к некоторым экологическим проблемам. Наряду с кроликами, лисами, кошками, свиньями, овцами, коровами и лошадьми, и, конечно же, появившейся немного раньше собакой динго, они нанесли серьезный удар по уникальной природе Австралии. И теперь человек разумный прилагает значительные усилия и ресурсы для контроля и управления их популяциями, а также для восстановления поврежденных экосистем. Ну а с Антарктидой понятно. Есть там олени, особо нечего, да и пингвины были бы против. А мы все-таки возвращаемся к нашим оленям. Как мы выяснили, олени сумели адаптироваться к жизни в разнообразных условиях, и это привело к появлению большого разнообразия видов, каждый из которых приспособлен к своей уникальной среде обитания. И на данный момент в семействе оленевых 19 родов, в которых около 50 видов, а подвидов в зависимости от вида еще больше. О видах, а тем более о подвидах, можно говорить долго, и мне кажется, сегодня можно остановиться на 19 родах. Со временем это будут отдельные темы новых выпусков, а сегодня мы посмотрим на общую картину семейства оленевые. И начнем мы с самого крупного представителя семейства – лося. Да, лось – это олень. Хотя на оленя, как мы его представляем, похож он разве что издалека. А впереди нас ждут не менее интересные экземпляры. Лось – зверь крупный, ростом до 2 метров в холке,
Холк, а кто не знает, это граница между шеей и туловищем, часть позвоночника, расположенная примерно на уровне передних ног, и весом до 800 килограммов, что значительно больше других оленей, даже самых благородных. Цвет шерсти у него темно-коричневый, иногда сероватый, туловище массивное, ноги длинные, а мордой он похож скорее на быка, чем на оленя, да и на быка не похож. В общем, одним словом, лось – это брутальный олень на максималках. Но главной отличительной чертой лося являются его рога. Они растут не столько вверх, сколько в стороны, имеют плоскую лопатообразную форму и зубцы по краям, за что лося в народе прозвали сахатым. А цахи – это древнее орудие для обработки земли, которую они издалека напоминают. Обитают лоси в лесных районах северного полушария, включая тайгу, Северной Америки и Евразии. И включая два подвида – европейский лось и американский. Несмотря на грозный вид, лоси ведут спокойный образ жизни. Но лучше не нарушать лишний раз их покой. Матерый лось может дать отпоры хозяину тайги, косолапому медведю. Лоси бывают непредсказуемы, особенно в период гона, когда у него мысли только о самочках и о продолжении своего рода. Питаются они травой, водяной растительностью, грибами, лишайниками, листьями, почками, ветвями деревьев. Лоси не сбиваются в большие стада и не совершают длительных перекочевок, если у них есть пища. В летнюю жару, спасаясь от надоедливой мошки, лоси забираются в водоемы. Плавают они прекрасно и хорошо ныряют, а в поисках сочных водных растений и корешков могут и нырнуть, и пробыть под водой около минуты. Кстати, о лосях есть отдельное видео на канале. Ну и если насчет любителей воды, то первенство у водяных оленей. Это удивительное животное, единственный представитель рода водяные олени. Он распространен к северу от долины реки Янцзы в восточном Китае, хотя самая большая популяция обосновалась на Корейском полуострове, а еще человек их переселил в Великобританию, США, Канаду и Францию. Они предпочитают обитать в заболоченных местностях, на берегах рек и в иных водно-болотных угодьях, что и обусловило их название. В отличие от большинства других видов оленей, у водяных оленей отсутствуют рога. Вместо этого у самцов развиваются длинные клыки, которые они используют в бою за территорию и право спаривания с самочками. Эти клыки могут достигать длины до 8 сантиметров. И многие скажут, да это же кабарга. На самом деле нет. У них разные семейства, и отличаются они строением черепа и другими анатомическими особенностями. Олени сами по себе небольшие, высотой до 65 сантиметров и весом до 15 килограммов. А еще у них самая большая рождаемость оленят, иногда достигающая 8 новорожденных у одной самочки. А есть род оленей не водяных, а болотных. Обитают они в Индии и в некоторых местах Непала. Очень им нравятся болота и затопленные луга. И с рогами у болотных, в отличие от водяных, все хорошо. Самцы-барасинги, в зависимости от возраста, могут иметь до 12, а иногда и более отростков. Слово «барасинга» означает олень с 12 рогами, которые в данном случае понимаются как отростки. А еще барасинги значительно крупнее водяных оленей. Рост взрослого самца достигает 135 сантиметров в холке, вес до 150 килограммов. Барасинга всегда живет в болотистой местности и на лугах. Его копыты с широкими раздвинутыми пальцами помогают ему передвигаться по трясине. Барасинга пасется по утрам и вечерам, днем и ночью отдыхает, пристально наблюдая за окрестностью. Слух у барасинги не очень хороший, зато отличный нюх. Почувствовав опасность, олени издают резкий крик, привлекающий внимание остальных членов стада, и бросаются в бегство по своим любимым болотам и лугам. Гон у самцов начинается в конце декабря, когда рога полностью отросли. На рассвете и в сумерках самцы-барасинги трубят и ревут, привлекая самочек и отпугивая других самцов. Часто самцы вонзают рога в траву, и ее длинные пучки свисают с рогов, как дополнительное украшение, думая, что чем больше травы свисает с рогов самца, тем привлекательнее он для самочек. Незадолго до рождения олененка самка покидает стадо и уходит рожать высокие травы, до тех пор, пока олененок не окрепнет. Подросшие оленята одного возраста собираются в группы, которые называются школы.
Еще одни любители болотистой местности – это еще один род болотных оленей с другим латинским названием, и проживают они в Южной Америке. Относятся к крупным парнокопытным животным, в высоту достигая 120 сантиметров. Масса тела до 150 килограммов, и они являются самыми большими оленями на южноамериканском континенте. Окрас красного-коричневого цвета, волосы на теле длинные и жесткие. С наступлением зимы шерсть становится темнее. Хвост имеет длину 10-15 сантиметров. Рога у самцов ветвистые, светлые, и с виду их можно спутать с боросингой, хотя живут они на разных материках. Болотный олень – очень красивое животное. Этот олень имеет стройное телосложение и высок на ногах. Конечности оканчиваются широкими копытами, между которыми проходит упругая мембрана, что позволяет этому виду свободно передвигаться по топкой и вязкой поверхности и препятствует прилипанию грязи к копытам. А еще они не такие агрессивные во время гона. Эти красавцы избегают физических столкновений или драк за территорию самок, в отличие от многих других видов оленей, где драки между самцами являются обычным явлением во время брачного сезона. Соседями по материку из семейства оленей являются пампасные олени, но болота их не устраивают. Они предпочитают открытые пространства, такие как пампасы. Пампасы – это обширные плоские равнины, покрытые разнообразными травами и кустарниковыми зонами с небольшим количеством деревьев, расположенные в Южной Америке, преимущественно в Аргентине, а также в Уругвае и Бразилии. Они адаптированы к жизни на открытых территориях и избегают густых лесов. Эти олени невелики по размеру. Вес взрослых самцов может достигать 40 килограммов. У них тонкое тело с короткими ногами и относительно длинная голова. Пампасные олени – мастера маскировки. Они имеют рыжевато-коричневый окрас, который отлично сливается с окружающей их травой и кустарниками, делая их почти невидимыми для хищников. Рога у самцов ветвятся на две части, хотя иногда могут быть и более сложные структуры. А другой род оленей категорически не устроили пампасы. Они облюбовали южноамериканские анды. Род так и называется – андские олени, в котором два вида – это гуималы и таруки. Они обитают на высотах от 2500 до 5000 метров над уровнем моря. Это одни из немногих крупных млекопитающих, способных выживать в таких экстремальных условиях, где кислорода меньше и температуры могут быть очень низкими. У них на большей части тела песочно-коричневый мех с белыми пятнами на нижней стороне головы, шеи, хвоста и паховой зоны, а также на внутренней поверхности передних ног. В то время как у самочек часто бывает темно-коричневая область на лбу. Таруки и гуималы встречаются только в Андах, являясь эндемиками этих впечатляющих гор от центральной части Перу через Боливию и крайний северо-восток Чили, а также на севере Аргентины. И рядом по соседству с экстремалами, андскими оленями, в глубинах южноамериканских лесов, среди вечно зеленых массивов Чили и Аргентины, скрывается одно из самых очаровательных созданий нашей планеты – пуду, самый маленький олень в мире. Пуду – это воплощение миниатюрности, маленький, с тоненькими и коротенькими ножками, несущий его тихо по подстилке леса, да и темно-коричневая шерсть позволяет сливаться с окружающим ландшафтом, становясь невидимым для невнимательного глаза хищника. Маленькие, но гордо стоящие рожки у самцов, несмотря на скромные размеры, добавляют ему величественности, но скорее всего только для очаровательных самочек, но никак не для обороны. Смотри, какой я у тебя маленький и важный. Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, пуду – символ выживания и приспособленности. Он устойчив к холоду и способен преодолевать сложности жизни в дикой природе. А есть в Южной и Латинской Америке олени-универсалы. Это род мазамы, или брокеты, или парчевые олени. Эти животные адаптированы к разнообразным средам обитания. От полупустынь Мексики и от густых тропических лесов Амазонки до горных районов Анд. В роду около 10 видов, отличающихся по размеру, весу и цвету. Вес от 10 до 50 килограммов. Шерсть у мазам варьируется от красновато-коричневой до темно-коричневой и даже почти серой, что помогает им маскироваться среди лесной
подстилки и растительности. Мазамы предпочитают одиночный или парный образ жизни. Они крайне осторожны и скрытны, что делает их наблюдение в дикой природе довольно сложной задачей. С оленями Южной Америки мы познакомились. А как дела обстоят в Северной? В Северной Америке распространен род оленей, который так и называется – американские олени, который включает два вида – это белохвостый олень и чернохвостый. Эти олени распространены в Северной и Центральной Америке, от канадских лесов до тропических лесов Южной Америки, на севере Бразилии. Белохвостый олень – один из наиболее широко распространенных и хорошо изученных видов оленей в Северной Америке. Шерсть белохвостых оленей меняет цвет в зависимости от сезона. Летом она более красноватая, для лучшей маскировки среди зелени, а зимой становится серенькой или даже почти белой, помогая скрыться на фоне снега и заснеженных ландшафтов. Белохвостые олени были интродуцированы и в других частях света. В 1950-х годах их завезли в Финляндию, откуда они самостоятельно распространились в другие страны Скандинавии. В Чехии также имеется завезенная популяция. Кроме того, белохвостый олень является одним из 7 видов оленей, которые были завезены в Новую Зеландию и Австралию. Своим названием данный вид обязан хвосту, верхняя сторона которого коричневая, а нижняя белая. Убегая, этот олень поднимает хвост, сигнализируя сородичам об опасности. Рога носят только самцы. После брачного сезона они сбрасывают рога, а на их месте начинают образовываться новые. Оба рога имеют форму полумесяца, выпуклого вперед и в стороны. На каждом из рогов от 6 до 7 отростков. Величина белохвостого оленя варьируется в зависимости от подвида, а их около 30. У животных, обитающих на севере США, высота в холке составляет 1 метр, а вес крупных самцов составляет до 150 килограммов. Самки незначительно меньше и легче. На островах Флорида-Кис живут белохвостые олени со средней величиной в холке 60 сантиметров и весом 35 килограммов, что является следствием островной карликовости. Продолжительность жизни составляет приблизительно 10 лет. Кстати, персонаж Бэмби, главный герой одноименного диснеевского мультфильма «Бэмби», выпущенного в 1942 году, основан на книге австрийского писателя Феликса Зальтена, опубликованной в 1923 году. В оригинальной истории Бэмби был европейским благородным оленем. Однако в диснеевской адаптации это что ни на есть белохвостый олененок. В западной части Северной Америки обитает чернохвостый олень. У него есть несколько подвидов, но основных, самых распространенных, два – прибрежный чернохвостый и пустынный чернохвостый олень, также известный как олень-мул из-за своих увеличенных ушей. Прибрежные олени обитают в лесистых районах вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки, в то время как пустынные олени предпочитают более засушливые регионы. Есть среди оленевых и настоящие пижоны. Это хохлатые олени, таинственные обитатели густых подлесков восточно-азиатских лесов. С первого взгляда можно понять, что причесан он по последней моде. На лбу и верхних частях шеи имеется пучок волос в форме подковы, от коричневого до черного цвета, длиной до 17 сантиметров. И рога у него есть, хотя самцы и прячут их под своим модным хохолком. И клыки блестят, как у болотного оленя или кабарги. Длинные шеи и ноги придают ему более стройный вид. И сам он небольшой. Высота в холке до 70 сантиметров, а вес до 30 килограммов. Шерсть грубая, с короткими и жесткими волосками. Почти черная зимой и шоколадно-коричневая летом. Губы, кончики ушей и нижняя часть хвоста белые. А самый большой олень Южной Азии – это замбар. Средняя высота в холке – около 140 сантиметров. Самцы весят до 400 килограммов. И рога у него большие. Самые крупные рога замбара были длиной до 130 сантиметров. В настоящее время известно 7 подвидов замбара с множеством подвидов. Он распространен в Индии, вплоть до южных склонов Гималаев. Таиланд, Индокитай, Малайский полуостров, Индонезия. Всюду, где есть густой покров из деревьев и кустарников и
чтобы еще источник воды был поблизости. Если, конечно, повезет, можно встретить зомбара. Зомбаров также завезли в Австралию, Новую Зеландию и США, исключительно ради охоты. И если в Северной Америке им понравилось не особо и количество на сегодняшний день небольшое, то в Австралии, в южной ее части, в болотистой местности недалеко от Мельбурна, они чувствуют себя хорошо. Несмотря на охотников, пытающихся контролировать баланс, их популяция в этом регионе составляет до 1 000 000 голов. И если кто-то любит поплавать, то есть кто любит и побегать, причем быстрее всех в семействе. Это, дорогие друзья, изящные косули. Эти животные распространены в разных частях Европы, Азии и некоторых районах Северной Африки. Косули характеризуются относительно небольшим размером, изящным телосложением, короткими рожками у самцов, которые они сбрасывают и отращивают каждый год, и способностью к быстрому бегу и прыжкам. Косули очень пугливы и осторожны. Близко подойти человеку не дадут. Чаще всего можно увидеть лишь мелькающее в степи или в лесу белое пятнышко на косулячьей попе. Попробуй догони. Под миниатюрным хвостиком у косули есть большое белое пятно, так называемое зеркало или каудальный диск. Пока животное спокойно, оно прикрыто шерстинками. Но если косуля забеспокоилась, то шерстинки поднимаются и зеркало становится ярким. Такой фокус служит для отвлечения внимания хищников. Косули – отличные бегуны. Спасаясь от врага, эти животные могут развивать скорость до 60 км в час. У косуль глаза имеют немного раскосую форму. Возможно, благодаря этому эти грациозные олени и получили свое название. Косуля. Хотя со зрением у них все в порядке, а некоторые их ласково называют козулями или дикими козочками. Хотя к козам они никакого отношения не имеют. И хотя у самочек косуль нет рожек, за редким исключением, они единственные из копытных, имеющие латентный период беременности. То есть они могут на время затормаживать рост эмбриона. Если спаривание прошло летом, то до января развитие плода не происходит, а в январе начинается бурный рост эмбриона, и начиная с конца апреля на свет появляются косулята. Такую возможность для косуль природа предусмотрела с тем расчетом, чтобы потомство не рождалось зимой, когда самка не сможет их обогреть и выкормить. Косулята рождаются на свет пятнистыми и только к 3 месяцам приобретают однотонную окраску. Они предпочитают лесистые местности, поляны, кустарниковые зоны и часто встречаются на опушках. Косули питаются листьями, ветками, травами и различными растениями. Очень интересен в семействе оленевых род ланей, о которых многие слышали, но не видели. Лань или европейская лань – олень средней величины, распространенный в Европе и Передней Азии. Но благодаря воздействию человека она появилась и в других частях мира. Сейчас дикие популяции есть на всех материках, кроме Антарктиды. Изящную лань часто путают с грузным оленем или быстроногой косулей. Да, шубку она носит практически такую же, как у косули, но с индивидуальными пятнышками. А свое главное украшение – рога. Лань как будто бы позаимствовала у сахатого. У оленей-то рога ветвистые, а у лани – лопаточками. Отростки на голове и у барышень имеются. Хотя это редкость, и они скромные. А вот самцы могут похвастать богатством и роскошью. Уже в полгода они обзаводятся могучими отростками, а через определенный период скидывают изношенные. На их месте скоро появятся молодые раскидистые рога. Чем старше самец, тем объемнее лопатки на голове. С их помощью можно дать отпор соперникам. Лань плохо относится к любым изменениям в размеренной жизни. По этой причине она не мигрирует, а ведет оседлый образ. Самое интересное, что лань всегда остается верной своим привычкам. Ее маршруты почти никогда не меняются. Тропы вытоптаны настолько, что даже обыватель поймет – здесь ходит лань. А для хищников эти тропы – прямое приглашение на трапезу. Единственное, что лань может противопоставить супостатам – это скорость. Она без паники спасается бегством, не вступая в открытую полемику. Увидев преграду высотой в 2-3 метра, не спасует. Перелетит через нее легко и грациозно, в то время как многим хищникам подобные таланты не под силу.
А самые пятнистые олени – это аксисы – род изящных оленей с рыжевато-золотистым окрасом шерсти, на котором разбросаны, словно солнечные зайчики, мелкие белые пятна, которые сохраняются у них на протяжении всей жизни, в отличие от многих других видов оленей, у которых пятна есть только у молодняка. Пятна покрывают все тело, за исключением головы. Высота в холке до 1 метра, масса до 100 килограммов. Дамы поменьше, и у них нет рогов. Рога аксисов не слишком пышные и ветвистые, зато довольно длинные. Изгибаясь в форме подковы, они могут вырасти на 75 сантиметров вверх. И всегда образуют только три ветки. Одну длинную, которая расходится вверху, и одну короткую, у самого основания. Аксис меньше благородного оленя, но больше европейской косули. Несмотря на свой относительно небольшой размер, они могут развивать впечатляющую скорость и ловкость, что делает их трудной добычей для хищников. Аксисы широко распространены в природе, особенно в пределах своей исторической родины, на индийском субконтиненте. Олень обитает в Индии, Непале, Пакистане, Шри-Ланке, Бирме и Таиланде. Он селится в предгорьях Гималаев, в лиственных лесах и высоких зарослях, избегая сухих и пустынных территорий, и был завезен на другие материки, кроме Антарктиды. Они мирно уживаются со многими копытными, поэтому вместе с ними могут путешествовать олени-барасинги, антилопы и другие виды. Аксисы хорошо уживаются даже с некоторыми обезьянами, сотрудничая с ними на взаимовыгодных условиях. Так рядом с ними можно увидеть мартышек лангуров. Они сбрасывают с деревьев недоеденные листья и плоды, которыми затем питаются олени. Те, в свою очередь, быстрее замечают присутствие неподалеку хищников и предупреждают мартышек об опасности. По-своему интересны мунджаки – род сравнительно небольших оленей. Они отличаются достаточно простым строением рогов. Каждый рог имеет лишь одно, максимум два ответвления длиной не более 15 сантиметров. Как и у почти всех видов оленей, рога есть только у самцов. Как и у водяных оленей, у самцов мунджаков в верхней челюсти есть резцы, выступающие из пасти. Мех животных, в зависимости от вида, имеет различную окраску – от желтоватой до серо-коричневой и темно-коричневой, иногда со светлыми пятнами. Длина туловища с головой у этих оленей разнится от 60 до 130 сантиметров. К этому следует добавить и хвост, длиной до 25 сантиметров. Весят мунджаки в среднем от 10 до 30 килограммов. У отдельных видов масса достигает и до 50. Мунджаки живут в Восточной и Южной Азии, от Пакистана, Ирана, Непала и Индии до Китая, Малайзии и Вьетнама, а также на островах Яве, Калимантане, Тайване и обитают обычно в густых зарослях лесов. Причем они настолько скрытные, что 5 новых видов мунджаков были открыты и описаны впервые в 90-х годах прошлого века, когда обнаружение новых видов млекопитающих рассматривалось как весьма маловероятное. Причем в 1994 году был обнаружен в центральном Вьетнаме самый большой вид – лающий или гигантский мунджак весом до 50 килограммов. А что мы все по югам да по югам? Давайте переместимся на север. И да, там тоже обитают олени, и не абы какие, а северные. Северные олени потому и называются северными, поскольку их ареал распространяется на северные, холодные регионы. Северный олень имеет несколько подвидов, которые различаются по размеру, окрасу и ареалу. Эти подвиды распространены по всей арктической и субарктической зонам северного полушария, включая Северную Америку и Евразию. В Евразии эти животные известны как северные олени. В Северной Америке их называют карибу. Различие в названиях отражает не только географическое распределение, но и некоторые экологические и физические различия между подвидами. Северный олень не отличается внушительными размерами, но зато отличается разнообразным окрасом своего тела. Как правило, у этого животного шея и грудь достаточно светлые, а остальные части тела окрашены в серо-бурые, а также темно-бурые тона. Взрослые особи вырастают в длину до 2 метров, а их высота в холке составляет в районе 1,5 метров. При весе у самцов не более 150 килограммов. Самки поменьше. Есть и более крупные особи, но это скорее исключение. И это в основном касается аляскинского и канадского подвидов. Они в роду самые крупные.
северные олени, обитающие в тундре, отличаются несколько меньшими размерами, поскольку лишь некоторые особи весят чуть больше 100 килограммов. Но это точно не самое главное. Северные олени – рекордсмены в других областях. Они являются уникальными животными с множеством интересных особенностей. Например, северный олень является единственным видом оленей, у которых и самцы, и самочки имеют рога, хотя есть камолые важенки, то есть без рогов, и так называют местные взрослых самочек, но это исключение. Рога самкам северного оленя нужны для практической цели. С их помощью они наравне с самцами расчищают снег, чтобы добраться до находящейся под ним пищи – мха и лишайников. Но в природе все не просто так. Самцы сбрасывают свои рога после сезона размножения, а самки сохраняют рога весь зимний период, что дает им преимущество в доступе к пище в суровые месяцы. Да и отогнать рогами можно самых хамоватых. Помимо этого, они прекрасно адаптированы к холоду. Помимо шерсти, их носовая полость специально адаптирована для предварительного нагревания холодного воздуха перед тем, как он попадает в легкие. И это еще что. Северные олени могут видеть ультрафиолетовый свет, что редко встречается среди млекопитающих. Эта способность помогает им находить пищу и избегать хищников в снежных условиях, поскольку ультрафиолетовый свет отражается от снега и льда иначе, чем от мха и лишайников. Причем это зависит от времени года. Летом отражающая поверхность за сетчаткой золотистого цвета, а зимой та же часть глаза северного оленя окрашивается в темно-синий цвет. Оказывается, меняя цвет сетчатки на синий, животное добивается того, что его глаза собирают больше света, благодаря чему обостряется зрение. И это еще не все. Северные олени совершают длительные миграции. Они мигрируют на расстояние более 2000 километров в год между местом зимовки и местом отела. В самом длинном маршруте наземной миграции среди всех наземных млекопитающих на Земле. И это только несколько фактов об этих обитателях сурового севера, про которых мы обязательно сделаем отдельное видео. А мы переходим к роду настоящих оленей. Как будто до этого были не настоящие. Ох уж эти ученые. Это род парнокопытных животных из семейства оленевых. Раньше считалось, что род состоит из 10 видов, куда входили и зомбар, барасинга, олень лира и другие. Но время не стоит на месте, как и наука. По новой классификации, основанной на генетических исследованиях в этом роде, только два вида. Это благородный олень и пятнистый. Он же олень-сика или олень-цветок. В каждом виде до 20 подвидов. Благородный олень, пожалуй, один из самых известных и впечатляющих представителей семейства оленевых. Ареал благородных оленей весьма широк, поэтому подобные животные встречаются во многих уголках нашей планеты. Они повсеместно встречаются на просторах евроазиатского континента. И в каждой области свой подвид и названия свои. Например, в горах Южной Сибири, на Алтае – это марал, а к востоку от Байкала – изюбрь. Он немного меньше марала. Благородные олени имеют крупное телосложение с мускулистым туловищем и длинными ногами. Окрас шерсти варьируется от светло-коричневого до темно-коричневого и красновато-коричневого в зависимости от сезона и ареала. На североамериканском континенте их так и называют красными оленями. Другое название – вапити. Они, кстати, самые крупные из благородных оленей. Вес самцов может достигать 300 килограммов. А это третье место в семействе после лося и индийского зомбара. Самцы обладают внушительными рогами, которые сбрасывают и отрастают каждый год, становясь более мощными и разветвленными с возрастом. У благородных оленей сравнительно большие уши овальной формы, а также достаточно короткий хвост. У появившихся на свет оленят присутствует характерный пятнистый окрас тела, но со временем эта пятнистость исчезает практически полностью или может быть слабо выраженной. Область предела хвоста отличается более светлым окрасом. Подобное окрашивание позволяет контролировать друг друга в лесах, имеющие густые заросли. Благородные олени – животные со сложной социальной структурой. Вне периода размножения гона самцы и самки живут отдельно. Самцы могут образовывать небольшие группы.
группы, тогда как самки и молодняк собираются в стада. А во время гона, который обычно происходит осенью, самцы демонстрируют агрессивное поведение. И вот кто точно любит подраться за своих самочек, так это благородные олени. Олень сика, также известный как японский олень или пятнистый олень, является одним из наиболее известных видов оленей, распространенных в Восточной Азии. Изначально олень сика обитал в Японии, Корее, Китае и на Дальнем Востоке России, но в настоящее время он был интродуцирован и успешно адаптировался на других континентах. Он имеет компактное телосложение, летом его шерсть короткая и красновато-коричневая с белыми пятнышками, что делает его похожим на пятнистого олененка, в то время как зимой шерсть становится гуще и темнеет. Самцы носят рога, которые обычно имеют несколько отростков и сбрасываются каждый год. Размеры и форма рогов могут значительно варьироваться. Олени сика могут вести как одиночный, так и групповой образ жизни. Они известны своими громкими криками в период гона. В принципе, как и благородные, те тоже любят покричать, пугая остальную живность в лесу. В это время самцы становятся особенно агрессивными и активно защищают свою территорию. Несмотря на то, что в некоторых регионах популяция оленя сика стабильна или даже увеличивается, в других местах она сталкивается с угрозами, такими как утрата среды обитания и браконьерство. Но есть олени, которых не так много осталось на планете Земля. Один из таких редких оленей – это олень Давида, или Милу, единственный в своем роде. Первоначально обитал в болотистых местностях северо-восточного Китая. В Европе олени Давида впервые появились в середине 19 века, благодаря французскому священнику, миссионеру и натуралисту Арману Давиду, который путешествовал в Китай и увидел этих оленей в закрытом и тщательно охраняемом императорском саду. К тому времени в дикой природе данный вид уже вымер. В 1869 году император Тунджи подарил несколько особей этих оленей Франции, Германии и Великобритании. Во Франции и Германии олени вскоре погибли, а в Великобритании не выжили, благодаря герцогу Бетфорду, который содержал их в своей усадьбе. К тому времени в самом Китае из-за наводнения Хуанхэ, а затем и восстания, оставшиеся императорские олени полностью погибли. Дальнейшее воспроизводство оленей Давида идет от оставшихся в Великобритании 16 особей, которые стали постепенно разводить в разных зоопарках мира. К 1930 годам популяция вида составила порядка 180 особей, а в настоящее время насчитывается уже около 10 тысяч животных, причем уже на своей родине в Китае. Олень лира тоже на грани исчезновения. Олень лира обитает в Юго-Восточной Азии, является одним из наиболее экзотических и редких видов оленей в мире. Олень лира имеет относительно небольшой размер тела по сравнению с другими оленями, длинные ноги и узкое тело. Самцы обладают уникальными рогами, которые в разветвленной части образуют форму, напоминающую музыкальный инструмент лиру. Эти олени предпочитают влажные густые леса и часто обитают в заболоченных местностях. Их естественный ареал включает леса Индии, Мьянмы и Таиланда, а также они были перевезены в другие регионы. А в дикой природе их осталось не более 5000. Но есть олени, которых больше нет на планете Земля. Одним из истребленных видов оленей является олень Шомбурга. Этот вид когда-то обитал в центральной и восточной части Таиланда, в заболоченных равнинах и лугах вдоль рек. Олень Шомбурга получил свое название в честь немецкого натуралиста Роберта Шомбурга, который впервые описал этот вид в 19 веке. Олень был среднего размера, с красновато-коричневой шерстью. Особенностью вида были его длинные и изогнутые рога, которые могли достигать значительной длины и имели несколько веточек. В этом регионе на них велась интенсивная охота из-за их мяса и в основном из-за рогов. Последние дикие особи этого вида были замечены в начале 20 века, а к 1930 годам олень был объявлен вымершим. Так почему именно рога? Давайте поговорим и об этом. Панты – это молодые, еще не окостеневшие рога оленей, чаще всего марала или северного оленя, которые, мягко сказать, собирают в период их интенсивного роста. В традиционной восточной медицине, особенно в Китае, Корее и России, панты используются уже многие века из-за их предполагаемых лечебных и оздоровительных свойств.
панты алтайского марала – наимоднейшее средство. Сам марал – один из символов горного Алтая в Красной книге, но его разводят в хозяйствах, чтобы продавать кровь, панты, жир и шкуры. Экспорт сумасшедший. Браконьеры тоже не дремлют. На диких маралов – дикий спрос. Кровь из рогов пьют, делают обертывания, пантовые ванны, бальзамы. Сами рога вываривают, сушат и готовят из них лекарственные препараты, БАДы. В народной медицине панты используются для сохранения силы и молодости. Жаль не здравомыслия. Важно отметить, что несмотря на широкое применение в традиционной медицине, научные исследования, подтверждающие все заявленные лечебные свойства пант, ограничены. Многие из этих полезных эффектов основаны на анекдотических свидетельствах и традиционном использовании, и потребуются дополнительные клинические исследования для их подтверждения. Но людей больше интересует потерянная молодость, а не какое-то там биоразнообразие. Никто не задумывается, что олени играют важную роль в экосистемах, выполняя ряд ключевых функций, которые способствуют поддержанию биологического разнообразия, экологического баланса и культурного наследия. Питаясь плодами, олени способствуют распространению семян растений на новые территории, что важно для восстановления и поддержания растительного покрова. Пасущиеся олени помогают контролировать рост некоторых видов растений, предотвращая их чрезмерное разрастание, что поддерживает биоразнообразие травянистых сообществ. И, конечно же, олени являются важным звеном в пищевых цепочках, служа источником пищи для хищников. Олени имеют множественное значение для природы и человека, подчеркивая необходимость их сохранения и рационального использования. Олень с его изящными контурами и величественными рогами воплощает в себя гармонию и баланс природы. Его присутствие в лесу напоминает людям о необходимости уважения и бережного отношения к ней, ведь каждое существо играет свою роль в великом круговороте жизни. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал «Планета Земля».